Добрый день! Этот видеоурок будет посвящен созданию карточки сотрудников. Вы научитесь создавать карточки сотрудников, устанавливать их график работы, выбирать оказываемые услуги, настраивать место работы и доступные кассы. Для создания карточки сотрудников в программе перейдите в раздел «Персонал», «Сотрудники» и нажмите кнопку «Плюс создать». Мы рассмотрим на примере уже созданного сотрудника. Заполните фамилию, имя и отчество сотрудника. Поле представления заполнится автоматически его именем и фамилией, но его можно скорректировать. Именно представление будет отображаться в виджете онлайн-записи. Далее заполните следующие поля: телефон, фактический адрес, электронная почта и Skype. Для добавления дополнительного контакта нажмите «Плюс добавить контакт». Раскройте список с предустановленными ролями и выберите одну из них. В зависимости от выбранной роли, сотруднику будут доступны для просмотра или редактирования те или иные справочники, которые по умолчанию определены программой. Расширить права каждому сотруднику можно будет после предоставления доступа к системе. Важный момент! В журнале записи отображается только сотрудник с ролью «Мастер салона красоты». Укажите должность сотрудника. Для создания новой должности нажмите «Плюс создать». Если сотрудник будет пользоваться приложением, переключите тумблер в положение «Активно». Подробнее о нем мы поговорим в одном из следующих роликов. В карточку сотрудника можно добавить удостоверение личности, а также присвоить ему штриховую или магнитную карту. Также в документах можно указать патент на осуществление трудовой деятельности и личную медицинскую книжку со сроками окончания. Чтобы сотруднику можно было записаться онлайн, включите данную опцию, переключив тумблер «Онлайн-запись» в положение «Активно». Теперь ему можно добавить описание, которое будет отображаться в виджете онлайн-записи. В разделе «Дополнительно» можно указать дату рождения сотрудника и его ННН, при необходимости добавить учетную запись. Обратите внимание, сотрудник автоматически создан как клиент. Дополнительно карточку клиента под него создавать нет необходимости. Можно написать комментарий в произвольной форме. Укажите салон или салоны, в которых работает сотрудник. В этом окне можно отобразить дату приема и увольнения сотрудника. Если сотрудник работает с кассами, выберите необходимую кассу. Фотографию сотрудника можно загрузить с компьютера, либо сфотографировать его с помощью веб-камеры, предварительно настроив ее. В разделе «График работы» можно указать график работы сотрудника. В программе есть отдельный функционал для массового заполнения графика. Рекомендовано пользоваться им. Мы рассмотрим его позже. В разделе «Услуги сотрудника» необходимо выбрать оказываемые сотрудникам услуги. Для этого проставьте галочки напротив тех услуг, которые он оказывает. В разделе «Начисления и удержания» можно добавить виды начисления и удержания, применяемые к сотруднику. В разделе «Оценки и отзывы» будут отображаться оценки и отзывы клиентов о работе сотрудника при условии, что он оказывает услуги. Программа получает отзывы из SMS-рассылки, либо из мобильного приложения клиента. В разделе «История» отображается изменение любой информации по карточке сотрудника. Из раздела «Отчеты» можно сформировать отчеты, связанные с этим сотрудником. В разделе «Присоединенные файлы» можно загрузить любой документ с компьютера. В этом видео мы научились создавать карточку сотрудника и вводить в нее всю необходимую информацию. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если возникли какие-то вопросы, пишите их в комментариях. И удачного вам дня!